У нас идет конский набор высоты. Пипец, уже заколебались. А вот мы подошли к речке. Тут снег лежит. Еще и табун. Да. Просто. Все, что ты шугаешь? Какое-то там июня, а здесь у нас снег лежит. Лена остановила коней. Да. Она на скаку остановила табор. 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 Вон цыган сверху сидит. Там вот этот, который на коняхе-то проезжал, он такой говорит, тут табун не проходил, а мы что-то без задней мысли, так вот сейчас тут вот прошел на стадо на коров. А он-то этот вот табун, видно, искал. Обманули, короче, парни. Бесится, боится. июня. Поднимаемся на перевал. Здесь еще лежит снег. Ночью будет спать холоднее. Уже ночью замерзал. Сейчас еще подавно. Подавно. Лена толкает. Выпили бедный асфальт. Уже вон, на уровне гор, где снег лежит. Это у нас что такое? 1700 с копейками. Некончаемый перевал. Оттуда мы идем, вот знаки, 12% уклон, мы его преодолели только что. Какое-то выполаживание, что ли. Это еще ни хрена не конец. Начало Чуйского хребта. Тут такое впечатление, что отсюда что-то все равно в горку идет. Пипец. Калитка какая-то классная. До озера с ручейком 3 километра. Thank you.
рыбалка, домики, 500 метров озера. Мы тут думали, это бесплатно, они там построили базу. 16 июня, лежит снег. Поднимаемся все выше и выше, уши закладывают. Сейчас прыгнул, губы отломилось. Я здесь перебираться буду. Вот тут пройду. Что-то не сильно провалюсь. Выдержать мой бараний вес. Такие вот красоты. Все выше и выше поднимаемся на перевал. Да, озером. Ты что, чем можешь загорать? Озеро у нас называется. Как оно у нас называется? Я не было названия. Не было? Нет, уже что-то нет. Короче, озеро после этого. Балык тупе. Навигатор у нас сегодня чудит по черному, поэтому километража у меня нет. Помыться-то можно? Чё? Помыться-то можно? Нет. А чё? Запрещено. Чё-чё? Запрещено в таких местах, Лена говорит. Но сейчас спросим, где они моются. Все равно их в озере. Но они, правда, если говорят, что они из него пьют. Ну, у них и моторные лодки тоже в озере стоят. Ну, нельзя. Течение отключено. Тут тепло. Мы тут и встаем. Да. А что, кстати, ровное место? Вполне. Такая лужка, да, лужки. Не растянешь. Не, подход. Заберемся там и тепло будет, надышим. Вот такая вот база. Безымянный материал. Ну так, по моим прикидкам, где-то 29 должны сделать сегодня. Чуть-чуть не доехали до перевала. Да? 2900. Ой, тут хорошо не пропустить.